В Ненецком округе каждый второй рыбак, каждый третий охотник. Именно с ними происходят забавные истории, которые с другими людьми произойти просто не могут. Как раз о таких необычных происшествиях делится со зрителями герои новой программы «Однажды». Сел, так с гордой головой так мой отец, так крутит головой, туда еще туда. Мне только осталось только привстать, понимаете, и выстрелить. Стрелять или не стрелять? Думаю, там, философствую. Я говорю, зачем же буду стрелять, слушай. Он сидячий. Я никогда сидячего гуся не бил. Никогда. Это все равно, что сидячего бить, что лежачего бить. Тихон Иванович Седейский – заядлый охотник и рыбак. Но, судя по всему, на охоте ведет себя благородно. Когда он, например, встретился с медведем, он тоже не стал стрелять в Топтыгина, а просто поговорил с ним по душам. Михаил Иванович, дорогой, с приходом, говорю, ты куда направился? Туда дальше, что ли, на восток? Там речка, верь, тебе сейчас не переехать там. Значит, дальше давай обратно поворачивай, слушай. А о том, как на охоте творятся подчас настоящие чудеса, нам рассказал тоже бывалый охотник и рыбак Алексей Медников. Вдруг из стаи гусь один падает в нашу сторону. Кувырком. Я у напарника спрашиваю, говорю, Олег Владимирович, вы ведь вроде не стреляли? Он говорит, нет, не стреляли. Я говорю, а почему гуси-то падают? А вот Александр Дуркин, тоже большой поклонник северной рыбалки и охоты, рассказал нам о странностях иных пород рыб. Многие из них, страшно сказать, настоящие каннибалы. То есть частенько полагают себе на завтрак, обед или ужин себе подобных. Щука-то оказалась килограммов на 5, а у нее из пасти хвост вот торчит. Полутора килограммовой щуки, потом мы их взвесили, а та еще щука живая была. То есть она только заглотила ее, не успела еще даже туда. Вот вроде как они глотают, и как ихтиолог, говорю, знаю, что они могут и заглатывать, ну, не то что равных себе, а чуть больше. А вот история, связанная с одним случаем на охоте, приобщила Сергея Мясникова к большой поэзии. Он с мужиками случайно встретился в тундре с Алексеем Пичковым и стал свидетелем его блестящего экспромта для земляков. Я собрался на охоту. Вот нашел себе заводу. Я тихонечко крадусь. На бугре уселся гусь. Желаю видеть вам парочку куличков. С большим приветом, Алексей Пичков. Свои истории, которые нарочно не придумаешь, рассказывают наши земляки в авторской программе Андрея Чуклина «Однажды» на телеканале «Север».